Убил! Yes, я убил, я убил! А, я убил целую команду, что? И пошли их. Да, Симбочка знает такие слова. И перед тем, как мы начнем это видео, я хочу сказать, что моя игра Kid Kot House наконец-то вышла! В этой игре ты сможешь создать свой собственный хаос тиктокеров, снимать более 10 разных видов видео, выставлять их, набирать просмотры, подписчиков, лайки и даже симбаксы, а потом покупать крутые улучшения для своего хаоса. Скачай игру по ссылке в описании, надеюсь, тебе понравится. Ну а мы начинаем видосик! А, где это я? Симба, Симба, о, Симба, это я, привет! Оказался. Ты кто такой? Баттер Вайт ТикТок. Баттер? Что? Я смотрел все твои видео. Подожди, а где мы оказались? Это Бэтвар. Смотри, вон там что враги. Будет, если вон мы там враги. Мы возродимся. Но если кровать сломается, то мы уже не возродим. Вот здесь есть ресурсы. Вау. А как мы вообще тут оказались? Подожди, я не знаю. О, я слышал дракона. Баттер, зачем ты меня сюда послал? Я же лежал у себя в лежаночке дома. Чтобы меня отсюда выбросить, нам нужно победить. Поэтому давай начнем. Может быть мне купить? Я купил меч. Смотри. Вау. Это железный? Каменный. Блин. Твоя миссия застроить кровать, моя миссия это... Смотри, слышишь вот этот рёв? Да. У кого-то ломается кровать. А, да? Значит, мы уже выигрываем? Может быть, мы выиграем, просто ничего не делая? Да, такое тоже может быть. Смотри, застраивай кровать. А, все хорошо. Так, беру, покупаю. Так, так, я застраиваю. В центре есть золото. Золото здесь самое. Или эмеральда, не помню. Все, я застроил. Симба, тебе как, удобно играть с лапками? Знаешь, если честно, не очень удобно, потому что мои лапки иногда не попадают. Мои лапки иногда не попадают по клавишам. Что мне делать? Я застрял кровать. Я не могу залезть. Спасибо, все. Может быть, я пока буду защищать кровать? Ой, здесь враг, он к нам идет. Где? Где? Вон красный к нам идет. Нам надо защищать базу. Быстрее. А, вижу. Может быть, я лук возьму. Ну если хватит, давай. 12 золота, блин. Все, он к нам идет. А, вот он. Да. Защищай его. Точнее, бей. Ай-яй-яй-яй-яй. Я умер, через 5 секунд возражусь. Быстрее. Я его скинул. Да, это было клево. Так, смотри, что я купил. Мы сможем защитить нашу кровать вот с помощью этой штучки. Ладно, все, пошли вместе на приключение. Первый раз играю в Бэтворс. Мне очень страшно. Смотри, еще надо параллельно строиться наверх, чтобы... А, чтобы они нас не достали, да? Так, смотри, там алмазный блок. Давай, как? Давай. Забираем. Вау! Алмазы, смотри, тут какие-то желтые штуки, по которым можно бегать. Красных? Что? На базе никого, я пошел их ломать. Пошли вместе. Давай, если у тебя блок есть. Один меня заметил. Ой-о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 й
Я его скинул! Ты скинул! Ломай кровать! Ломаю! Ай, он возвратится скоро! Быстрее! Давай! Сломал! О, молодец! Патрувай, да ты просто профессионал! Я не знал, что ты еще хорошо играешь в Майнкрафт! Сейчас я убью еще красного! Давай! 40 золота, вау! Ладно, я возьму себе. Он меня убил, блин! Может быть, взять броню? Так, посмотрим. 40... Что? Так много. Кстати, смотрите, что-то наверху есть, может там что-то. А тут что? А мы можем, смотри, мы можем улучшать. Блин, мы потеряли наши алмазики. Ладно, ничего страшного. А что? Тут синий, тут... Где? Это ты. Ты подумал на меня, я подумал на тебя. Что тут может делать? Посмотри. Тут только с алмазами можно улучшать. А кто вообще остался? Так, а у нас синяя команда, да? Остался еще белый и зеленый. И красный один остался. Нам сейчас нужно очень много золота. Или вот чего-то, что может купить нам крутые мечи. А они в центре находятся, поэтому пошли со мной. Блин, все, ну ладно, пошли вместе. Мы справимся вместе. Ты можешь взять алмазы. Так, хорошо. Мне идти с тобой? Или в ту другую сторону? Направо, потом за мной. Все, иду. Так. О! Значит, я беру алмазы и возвращаюсь к нам на базу, чтобы сделать улучшение. Здесь ничего нет. Я вернулся. Надо наверх. Может быть, я теперь смогу что-нибудь улучшить? Посмотрим. Я смогу сделать нам мечи. Хочешь мечи? Супер, давай. И сделал. О, отлично, у меня он тоже сделался. Вот, я нашел здесь эмеральд. Эмеральд можно собирать. Да? Один эмеральд есть. О, да. Три эмеральда уже. А за эмеральды можно покупать всякие зелья. Так, уже 5. Нет, зелья, я думаю, нам не нужны. Нам нужна броня и мечи. Все, у меня 7, но мне нужна помощь. Я иду. Где?
Я в центре, вот. Ай, я тебя вижу. Я вижу Эмеральда. Просто иди по синим штучкам. Да, иди ко мне. Стой. Ой, там зеленый, там зеленый. Ай-яй-яй-яй. Ай, у меня 7 эмеральдов было. А, зеленая команда. Здесь у них нет. Мне кажется, они идут за нами. Давай, давай, спавнись, спавнись и. Нет, они пошли в другую сторону. Все, отлично. Поэтому бери. Бери быстрее штучки и пошли их. Да, Симбочка знает такие слова. Ого. Нет. Не надо, не надо, не говори, лучше говорить. Мы их отфигачим. Нам идет желтый идет. А я вижу. Ну, вообще, меня хозяин научил этим словам, поэтому я не знаю, хозяин часто не слышит. А, он идет сюда! Хорошо, хорошо, ничего. Это белый! Его встречу, смотри. Ты смотри, тоже блоки покупай. Ай! О, чуть не упал. Не упал. Ой-ой-ой! Нет! Он! Убил! Убил! Нет! Ну, кровать! Батер, пожалуйста, выжми! Я умер! Батер, бай! Мне так нравились твои видео! Подожди, я за тобой могу наблюдать и подсказывать. А, давай. Так что, куда мне идти? Белый, он зажделся, потому что у него кровать все еще была, да? Да, блин! Сейчас смотрю. Зеленый один на базе. Так, ладно, я просто куда-нибудь побегу. А, смотри, есть очень много алмазов. Штук 5, наверное. Где мы брали? Может быть, мне взять эмеральды? А, ну давай, бери пока эмеральды, потом можешь к алмазам сходить. Я сейчас смотрю, тебе никто не идет, вообще никто. Хорошо, я уберу. И куда мне дальше идти, Баттер? К алмазам. Хорошо, иду. Другой белый. А, все нормально. Блин, у меня всего лишь одна жизнь. У котиков уже 9 жизней. Это непривычно. Все, можешь на базу, на тебя никто не нападет. Ну и подожди, я сейчас беру алмазы. Так, все, взял алмазики и иду на базу. Прыг! А! Чуть не упал. Фу. Да? Чуть не упал. Броню. Ой, улучшил. Смотри, есть сейчас план. Покупай очень-очень много блоков и поднимайся на крышу и стройся к зеленым. Они рядом с нами. Только тебе, вот когда придешь на базу зеленых, ты должен нажать Shift. И когда они уйдут, тогда ты должен нападать. Блин, нам не хватит 1,5 стака блоков? Да, хватит. У них один на базе, он сидит, он, видимо, дефает. Так, он стоит зеленый все еще на своей базе, и он, блин, ждет чего-то. Может быть, он ждет меня, потому что я уже близко. Осторожно. Вот сейчас, когда придешь к базе... А, все, тебя, кажется, заметили. Вот, который идет сейчас. Будь куда идет? Вот, смотри. Ай, что-то ты... Ай, ты куда? Ой, ай, а? Один, а? Давай второго. Давай второго! Ес! Ломай! И строй сзади себя, строй... У них все... Уходи! Ай, сзади себя! Да, все, отлично. Под себя блоки строй, чтобы они не успели. Ай, блин! Тебя поставить. Ну ты красавчик, ты их двоих сломал. У нас, кстати, тоже есть кошечка, она прямо сейчас находится в моей комнате. А, да? Передавай ей привет. Йола, привет! Мне нравится твоя новая стрижка. А, все, мы начинаем. Что? А тут совсем другая карта. Да. Ого, она даже прикольнее. Мы красные. Мы красные? Да. Мы же прям как импостеры из игры Among Us. Я сейчас сразу строюсь к... Что в центр, на центр. Я немножко закрою нашу кровать. Я думаю, около кровати я поставлю более такие твердые блоки. И это умная идея. Что? Кого-то уже... А знаешь, очень крутой лайфхак в Бэтварсе, когда ты строишь свою кровать, застраивай разными блоками, потому что сначала чувак возьмет кирку, потом возьмет лопату или что-то в этом роде. Да, это очень умная идея. Еще кого-то сломали. Что, так быстро? Что мне... О, вау. Я хочу построить вот эти эндстоун. Смотри, там... Ой-ой-ой, смотри, там уже строится... Я купил звездный меч! Все, я купил, теперь смогу построить. Посмотри, я закрыл. Я делал очень умно. Они подумают, что кровать тут, на самом деле она тут. Так. Ой-ой-ой. Мы закрыли нашу кровать. Я почти достроился к серым, смотри. Вау. О, они меня уже двое заметили. Я им дал немножко железа, а он помахал головой, типа, нет, не буду тебе. Наверное, ты хотела подкупить, да, Баттер? Да. Но я уверен, сейчас я спущу, что меня убьют. Кто? Ты же так близко к ним. Аккуратно. Это не наша кровать, не волнуйся. Я нас защищаю. Но я хочу сломать. Так. Сломал. Да? Ты сломал?
И убиваю, почти убиваю. Ой, убил, давай, почти давай, убил. Давай, давай, давай. Одного убил. Yes, yes. Блин, второго не получилось. Это было круто. Молодец. Спасибо. Ну что, мы пойдем? Может быть, мне все-таки надо нападать? Ведь я же кот, у меня есть когти. Посижу в защите. На кого надо напасть? На красного? Вот серого можешь убить, потому что... Он же серого. Он без кровати. Уи. Давай, 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 давай. Убиваешь? Yes. Это было очень просто. Так, серую команду мы победили. Ха, нате, выпусти. Все, у нас кровать только осталась. Кто, только наша? Нет, да. Защищай нашу кровать. Я пошел на другую какую-нибудь кровать. Ой, я нашел розовых. Я иду. Я прям за ним. Yes, я убил. А, я убил целую команду, что? Это было круто. Так. А? Ты убил? Да, я убил. Он меня убил, но он упал из-за того, что я его скинул. Круто. Так, у нас есть шансы, Баттер. Баттер, это моя мечта, выиграть в Бэдворсе. С того самого момента, как ты меня сюда засунул. Нельзя расслабляться. Мне нужно... Да, защищай. Кто остался? Только один синий остался, и он только что упал. Остался только один Аква. Давай вдвоем надо его убить. Давай, мне надо тоже взять хотя бы меч. Так, внимательно смотри, чтобы он к нам не подходил. Нет, его нету. В принципе, у нас хорошая защита кровати. Блин, как же я хочу выиграть Бэдворс. Первое... Держи. Кажите жизни. О, спасибо. Где? О, спасибо. Так, я почти купил. Мне еще нужно золото, чтобы купить. Железный меч, мы выиграем. Все, у меня 60... целый стак блоков. Ну что, где он? Он просто сидит и трусит. Маленький трус. Вот еще одна. Спасибо. Так. Вот тебе на блок. Все. О, спасибо. Все, я тебя жду, я готов. Хорошо. Я взял немножко блоков. И последнее, давай, одно золото. О, yes. Все, пошли. Я готов. А ты не боишься оставлять нашу кровать? Да, давай, терять нечего. Кто не рискует, тот не пьет. Так, в принципе, его тут нету. Может быть, он на нашей базе все это время был? Нет, навряд ли. Только один путь, и мы его за ним всегда наблюдали. На всякий случай, эмеральды соберу. Может быть, он просто на своей базе? Аква, вот я вижу их базу. Сейчас посмотрю. Нет, он не на своей. Где он может быть? Кажется, он на базе розовых, и у него целый алмазный сет. Что? Офигеть. У меня очень много эмеральдов. Я сейчас пойду и тоже себе такой же сделаю. И тебе, если хватит, тоже помогу. На него нападать бессмысленно. У тебя сколько эмеральдов? Он к нам идет! Красным! Блин, все, нет, туда обратно нельзя. Стой, нет! Что, как он это сделал? Пошли на его базу. Нет, моя мечта! Стой, нет, иди обратно. Пойдем за мной, нам надо... Я иду с тобой. На другой базе мы и нормально так загубимся. Хорошо, блин, он оказался профессионалом. Кстати, нам надо было... Давай ты на этой базе залутаешься, а я пойду к зеленым. Хорошо. Что? А, он сломал всю кровать. Блин. У нас есть шансы, поэтому... Я тем более пришел здесь с зеленым. У них здесь очень много всего. Я покупаю себе меч алмазный. Угу. И покупаю броню. 6 эмеральдов, блин, мне 3 не хватает. Но у меня лук. Все, у меня есть лук. Ой, я его выбросил. За алмаза сейчас прокачай на меч. Давай. Ура! Где он? Теперь смотри, нам нападать все равно не надо. Пойдем опять в центр. Если что, от него будем убегать. Это ты? Да. Фух, это ты, фух. Вон он слева, смотрел на своей базе, но мы идем в центр пока что. Аккуратно. Он у себя закупается. Давай быстрее, мы надо украсть немного эмеральдов и уйти на базу. Все, я иду. У меня 5 эмеральдов уже. Нету. Ой, он идет сзади. Сейчас берем и убегаем. Где он? О, он там, сзади меня где-то. Я иду. Идем на нашу базу. И сразу стройся наверх, чтобы он у него было меньше времени. Я отстреливаюсь. Ой! Что? Ничего. У меня пока все нормально. Ай-яй-яй-яй! Где он? Я умер! Теперь вся надежда на тебя. Вон он идет. А, нет, у него не алмаз, у него только...